Праздничные торжества в Ленинском районе традиционно начались с просмотра военного парада на Красной площади в Большом зале кинотеатра «Искра». Зал был полон. Сюда пришли как представители молодого поколения, так и главные герои праздника – ветераны и свидетели Великой Отечественной. Поздравляю всех с праздником Великой Победы! Великой Победы! Будьте все здоровы, будьте счастливы, радости вам большой от детей, внуков и счастья! Все дальше от нас дата Великой Победы. Минуло вот уже 72 года. И особо важно, что молодые люди чтут память тех, кто сражался в боях за Родину. Наши ветераны победили. И сейчас я сижу здесь со своими коллегами по работе. То, что у нас мир на земле. Я огромную гордость за ветерана, за свою страну испытываю. Сразу после главного парада страны на Аллее Славы все было готово к торжественному митингу, который открыл глава Ленинского района Олег Хромов. Вместе со всеми собравшимися он отдал дань уважения ветеранам, которые, несмотря на преклонный возраст, собрались на главный праздник своей жизни. Память жива, память не забыта. В день Великой Победы в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», чей девиз – «Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины», были приняты новобранцы. После поздравления первых лиц муниципалитета, ветеранов войны и минуты молчания, жители района возложили цветы к вечному огню. Затем состоялась одна из главных памятных акций – «Бессмертный полк». Несмотря на ненастную погоду, желающих пройти в шеренги с плакатами героев Великой Отечественной было очень много. Среди них и глава района Олег Хромов. Это мои две бабушки, два моих дедушки. Я действительно счастливый человек, потому что я всех их застал живыми. И они вернулись с полей сражений. Дожили до того счастливого дня, когда у них родятся не только дети, но и внуки. И я горжусь своими героями-победителями. Я досконально знаю историю каждого из них, потому что она не была написана. Она мне была в свое время рассказана. Торжественные мероприятия в Ленинском районе только начинались, а люди не сдерживали своих эмоций, выражая восхищение подвигами ветеранов войны. Дорогие ветераны, поздравляем вас с Днем Победы. Спасибо вам за все. Желаем вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Воевали дедушка с бабушкой, несколько дедушек. Один дедушка пропал без вести, и каждый раз я вспоминаю их и горюю. Это главный праздник для всех нас, потому что в каждой семье есть потери. Память о героях жива, пока мы помним о них. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.